Это давеча, и мы продолжаем. Кировчане жалуются на гигантские снежные свалки во дворах. После расчистки техника сгребает все в одну большую пирамиду и уезжают. Страдают водители, им просто не видно другие машины и людей из-за сугробов. Куда обращаться, чтобы проблема решилась, расскажет Зоя Попцова. Типичный кировский двор. А вот эта возвышающаяся гора снега перекрыла не только парковку для машин. Она может стать причиной и детского травматизма. Где гарантия того, что мальчики и девочки не скатятся отсюда прямо под колеса авто? В жилом комплексе на Октябрьском проспекте ситуация аналогичная. Единственное отличие здесь в том, что снежный завал находится не во дворе дома, а прямо на парковке. Получается так, что эту территорию когда-то давно очистили, весь снег сгребли вот в это место и некоторых водителей оставили без парковочных мест. Лишились своих мест и некоторые автовладельцы Урванцева. Коммунальщики и там облюбовали одну из парковок под складирование снега. Помимо того, что она занимает сразу несколько парковочных мест, можно также увидеть, что она мешает обзору водителям, которые выезжают с придомовой территории. Кировчане возмущены, но не все. Некоторые уже привыкли. Надо просто ждать весны. А они всегда здесь бывают. И их весной убирают. А что так-то нормально? То есть вас они не возмущают? Нет, не возмущают, но они у каждого дома есть. Дети-то бегают, конечно, по ним. И опасно так-то это. Как это? Их уберут, не могли убрать сразу, и все. Наверное, машины не хватило бы везти, вот и все. Как же они будут возмущать, если, во-первых, и вид, и обходить надо это все. Для детей забава, конечно, для нас очередной повод на переживание. Представители управляющих компаний утверждают, они свое дело знают. По закону в их обязанности входит только сгребать снег с дорог и тротуаров, но не вывозить его. Надо смотреть каждый конкретный случай. У нас, допустим, в нашей организации, да, все эти случаи оговорены. Где у нас есть места складирования снега, нет мест складирования снега. Если их нет, соответственно, мы сразу оговариваем в договоре, что у нас будет вывозка снега, допустим, с определенной периодичностью за дополнительную плату и все. Собственники могут провести собрание и принять решение. То есть тут не просто сделали заявку управляющую, например, да, и они там вывезли. Здесь нужно именно принятие решения собственниками, что вот нужно это увезти и изыскать источник финансирования на эти работы. Так что если в вашем дворе появилась большая и совсем не радующая глаз снежная гора, и вы хотите от нее избавиться, идите в управляющую компанию и платите за вывоз. Зоя Попцова, Алексей Зырянов, Бюро новостей «Давеча».